саду Шевченко сегодня большой детский праздник. Несколько тысяч человек со всей области съехались на мастерскую талантов. Мероприятие организовала областная администрация под патронатом губернатора Харьковщины Игоря Райнина. В Харькове будет мир, в Харькове будет стабильность, спокойствие и летние каникулы. Вы проведете весело, тепло и мирно. Я также хочу сказать, что мы с вами вместе, взрослые, маленькие, и мы одна команда под названием «Харьковчане». Помимо концерта на детском празднике работала целая ярмарка мастерской талантов. В павильонах от каждого района области, домов творчества и профтехучилищ – результаты работы народных умельцев. Восьмиклассник Дмитрий Шульга уже 4 года занимается в кружке по моделированию одежды. Мальчик сам разрабатывает эскизы для будущих кукольных нарядов и затем воплощает их в жизнь. А его коллекцию портретных кукол высоко оценили на областном фестивале «Таланты третьего тысячелетия». Как мне хочется шить. Я делаю, например, вот яркий образ от... У меня было тогда вот какое-то вдохновение. Я шил вот яркую такую вот. А иногда бывает такое вот как-то тусклое. Я шью так как бы таким как какой-то там грусть какая-то у меня там иногда бывает. Не менее интересное ремесло выбрал ученик профлицея. Никита Кадыгроб с братом шьют меховые платки. Преподаватели говорят, их училище единственное в Восточной Украине, где обучают профессии кушнира-раскройщика. Сначала мы сделаем переплетение вот. Для всего. Набиваем клоками. Потом затягиваем и просовываем вот сюда. Вот так. И зашиваем. Вот как вот это вот сделано. Вот уже меховые шарфы и сделаны. Вот. Умельцы постарше представляют на ярмарке целые научные разработки. Выпускник ХАИ Сергей Ковалев придумал и воплотил в жизнь 3D-принтер, который за 1,5 часа может распечатать чехол для телефона по индивидуальному эскизу. В будущем разработчик планирует работать не только с пластиком, но и с тончайшим металлом. Печатает оно, делает послойно. То есть сначала наносится первый слой пластиком, далее каретка приподнимается, наносит второй слой. И таким образом выращивается деталь, ну, больших размеров. Вот данный позволяет 20 на 20 и на 20. Наши дети, дети Харьковской области, харьковчане самые маленькие, это действительно очень одаренные, талантливые и настойчивые люди, будущие личности, это однозначно, поскольку, коль они в таком юном возрасте уже действительно делают чудеса, то, безусловно, это и таланты, и будущие личности. Мы их будем всячески поддерживать и морально, и теплом своим, и словом, и делом, естественно. В мастерской талантов каждому желающему от мала до велика проводили индивидуальные мастер-классы по вышиванию, плетению браслетов, рисованию, лепке из керамики и теста, парикмахерскому искусству, резьбе по дереву и боди-арту. В зеленой зоне сада Шевченко работал контактный мини-зоопарк. Дети смогли пообщаться с маленькими козлятами, вьетнамскими поросятами и декоративными кроликами. Мне нравится, как рисуют вот эти все татуировки. Бесплатно делают это. Концерт. Танец один. Там, где циферками выступали дети. Руководители Харьковщины отметили одаренных детей и вручили гран-при лауреатам областного открытого фестиваля художественного творчества «Таланты третьего тысячелетия». Ярким завершением праздника стал гала-концерт победителей. Елена Захаренкова, Дмитрий Герасимов. Объектив «Неделя».